И мы видим, что очень большие изменения произошли. Большие изменения прошли в вашем районе. Мы приехали сюда сверить часы, сверить наши позиции партии с теми обещаниями, с которыми мы шли в 2014 году. И мы видим, что еще многое нам нужно сделать. Сделать нужно вместе с вами, вместе с нашими избирателями. Только вместе у нас все получится. Нам не стыдно представить свою команду, потому что это команда победителей. Сентября на выборы отдать голос за партию «Единая Россия», партию нашего президента, человека, с которым судьба Крыма связана навсегда. На самом деле, главная эта награда – это ваше доверие. И вот то, что мы с вами сделали, это дорого стоит, это останется памятью всех нас. Крым переживал уникальное время, когда нам требовалось сплотиться вокруг того процесса, который мы мечтали, но долгое время не удалось реализовать, возвращение на историческую родину. Мы с вами это сделали. Поэтому вот этот наш главный потенциал, который мы не должны за это время растерять, и должны показать, в том числе и на выборах Государственную Думу, что крымчане готовы представить крымскую команду «Единой России» в высшем законодательном органе власти Российской Федерации. Я лично уверен, что та команда, которая сегодня представляет Республику Крым, сможет выполнить все задачи. Муфтия Эмир Али Эфенди, мы сумели сообща сохранить мир. И несмотря на то, что и организации блокады, те вот беглецы, которые паразитировали на противоречиях все 20 лет, пытались нанести максимальный вред крымчанам, устраивая энергоблокаду, обесточивая полуостров. Коррупционеров и участников бандформирований Наталья Поклонская награждена государственными и общественными наградами. Среди них орден Республики Крым за верность долгу, орден великой княгини, преподобомученицы Елизаветы Федоровны. Придите на выборы и проголосуйте за ведущую политическую силу нашей Родины, за политическую партию «Единая Россия», и мы победим! Мы за новый Крым!